Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Нормально вы? Да, великолепно, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо. Света Казаринова, привет. Друзья, все лучшие города России, не только России. Приветствую вас, наша вам с кисточкой. Здравствуй, Довлатова. Здравствуйте все. И здравствуйте, уважаемый гость, который сегодня у нас начал первым. Да, значит, Илья Вячеславович Ильин. Это декан факультета глобальных процессов МГУ имени Ломоносова. Профессор. Доктор, сейчас скажу, каких наук. Политических. А вот тут написано еще действительно член Российской академии естественных наук, а также Российской экологической академии. Я сейчас все расскажу. Международной академии глобальных исследований, председатель исполнительного комитета Международного консорциума Global Studies. Studies. Так, и прочие. У нас всего 45 минут, имей в виду, ты можешь не успеть. Все перечислить трудно, да? Много, так много у вас регалий, действительно, вы такой молодой еще мужчина. Ну, сравнительно, да, 45 лет. Ну, ученый. Да. Ученый. Да, поэтому так и все. Преподаватель. Сейчас у Казариновой тоже есть, да, какие-то регалии? У меня регалии? Есть прям буквально 15 слов. Спонсор часа ПАО «Банк ФК Открытие». Оформив новую бесплатную карту OpenCard, вы сможете получать кэшбэк за все. Подробности на open.ru. А теперь регалии можно продолжать. Ну, не регалии. Сейчас мы будем говорить сегодня о глобализации, о том, что это такое. Но самое главное, коль к нам приходит представитель МГУ, ну, в данном случае декан факультета, конечно же, мы поговорим о новой специализации, о новых профессиях, которые тоже осваивают студенты. Да, молодежь. Факультет, в общем-то, молодой, 13 лет, но точно. Я так подозреваю, очень даже уже такой продуктивный. Да. Ну, расскажите тогда про глобализацию. Про глобализацию или про факультет? Сначала про глобализацию. Ну, глобализация — это глобальный процесс. Наш факультет называется факультетом глобальных процессов, поэтому мы также занимаемся и глобализацией. Существует более 100 определений глобализации. Есть очень серьезные, сложные. Ну, например, глобализация — это движущий фактор развития человеческого общества. Процесс сложный, многоаспектный, диалектический, нелинейный, который определяет усиление взаимозависимости между элементами глобальной системы. Вот вы так. Но сейчас... самое простое, да, чтобы мы все понимали, что действительно глобализация — это тот глобальный процесс, который действительно усиливает степень взаимозависимости, взаимодополняемости между странами, народами, этносами и между каждым из нас. Это проявляется и в области культуры, и в области экономики, и в области политики, в информационной сфере. У каждого из нас есть смартфон, который нас объединяет так стремительно и близко. Каждый из нас так или иначе находит свое место в социальных сетях. И все это проявление того процесса, который называется глобализация. По крайней мере, его информационного аспекта. Но это очень просто. Конечно же. А ты боялась, посложнее? Что будет очень тяжело? Не-не-не, посложнее не надо, посложнее. Пускай вам на кафедре студенты это на лекции, рассказывают. На лекции, да, да, на лекцию, да, приходите. Да, да, конечно. И все-таки мы сегодня поговорим о том, вообще стоит ли нашим ребятам из регионов или из Москвы, из других городов приезжать поступать к вам. Насколько это востребованная профессия? Насколько вообще это профессия будущего? Потому что все родители хотят... Ну, понятно, что сегодня это одно популярно, завтра другое, но все хотят обязательно предвидеть, что же в будущем. И в первую будет. Очередь, что это за профессия? Потому что факультет глобальных процессов, понятно, а кто оттуда выходит? Глобальные процессуалы? Процессуалы, хорошее слово. Во-первых, факультет недавно создан, молодой, давайте энергичный, вы ответите нам динамично минут, развивающийся. Прямо и самое главное, что мы готовим специалистов в области международных отношений. О! Вот на этой ноте, давайте сейчас, у нас не международная... Со специализацией в области глобальных исследований я добавлю. Вот, хорошо. В области политики, экономики и культуры. Вот, вот все, теперь пускай повесили интригу, слушаем песню и вернемся в нашу студию через 3 минуты. Просто отпусти мою
держи, как будто я твоя. Не тронь моей души, не дыши со мною в такт. Ты так и не понял, мы разные, факт, факт. Просто отпусти мою ладонь. Найдете на прилавках магазинов. Он распространяется исключительно в сети русского радио. Перцы. Русские перцы, супер вкусняшки, лучше печенек, крутышки и ножки. С 7 утра по будням жгучие шутки и запеченные розыгрыши. Чуть поджаренные звезды и невозможно вкусная атмосфера. Детям и взрослым рекомендуется. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио. Требуйте распространения в эфире вашего города. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас декан факультета глобальных процессов МГУ имени Ломоносова Илья Вячеславович Ильин. Точно. Да. Итак, мы остановились на том самом месте, что у вас специализация – это международные отношения в области глобальных процессов и… Глобальных процессов со специализацией в области экономических процессов, политических процессов. В области глобальных коммуникаций, глобальных социальных процессов. Культура и прочих. Процессов. Культура обязательно, без сомнений. Нам это близко. Вот. Ну и самое главное, черт возьми, мы готовим таких современных, суперсовременных международников, глобалистов, которые действительно владеют самой современной, самой актуальной методикой, которая называется Global Studies, глобальные исследования. Так, подождите, вот я не понимаю, у нас на русском радио есть глобалисты-международники? В каком смысле? По убеждениям? По убеждениям, конечно, есть. Ну, по убеждениям. А с образованием-то вряд ли. Нет, с образованием может быть. А вот профессионально они здесь могут быть? Ну, сейчас каждый международник, он так или иначе глобалист. Потому что мир стал глобальным, и непонимание тенденций и законов глобального развития приводит к непониманию того, что происходит сейчас в мире. И вот наша задача – готовить таких выпускников, специалистов, которые действительно мыслят в системе глобальных координат. Ну вот, например, куда можно устроиться после вашего факультета? А вы знаете, во-первых, куда угодно, в хорошем смысле этого слова. Потому что международный сектор сейчас присутствует в любой компании, даже русскому радио это рекомендую, будет полезным. А потом есть опыт. Вот у нас уже 1000 выпускников. Более 80% из них работают по специальности. Так, я могу назвать места их работы. Давайте. Это Всемирный банк, это ЮНЕСКО, это Организация Объединенных Наций, администрация президентов, это Газпром, это Росатом. Теплые места-то все. Ну, да хорошие не просто места. Теплые, прям сауна. Ну, я смягчила. Потому что действительно аналитик, вот подумайте, вот мы можем подготовить специалиста, который владеет там 2-3 языками. В том числе и европейскими, и восточными. Стоп, сразу владеет. Вопрос. Значит, пришел к вам ребятенок, сдал все экзамены, у него должен быть приличный английский язык, естественно. Без сомнения. Хотя мы можем с нуля учить. Я пошел на самолете, вот такой Нет, мы можем и с нуля научить английскому языку, потому что к нам может прийти человек со знанием французского, Испанского, с каким-то иностранным. После спецшколы желательно к вам все-таки, да? Желательно, конкурс же очень высокий. Да. Если касается... По поводу конкурса отдельный будет вопрос. Отдельный. О престижности факультета это отдельный вопрос. Не будем все вместе мешать. Хорошо. Значит, пришел ребятенок. Ну, извините, пожалуйста, пришел взрослый человек, уже сформированный абитуриент. 17 лет. Да, абитуриент. Значит, один язык у него есть за плечами. Он его на первом курсе, первый семестр как бы закрепляет. И со второго семестра к нему присоединяется какой язык? По выбору. Какой-нибудь. Это может быть второй европейский язык, любой, французский, испанский, итальянский. Это может быть восточный язык, но он должен с ним определиться со второго семестра первого курса. Это более сложная история, потому что это может быть арабский, китайский, японский язык. Пожалуйста, любой на выбор. То есть обязательно. Но обязательно у него должен быть английский, один европейский и один обязательно восточный. Хоть суахили есть кому преподавать? Почти обязательно, потому что возникают иногда случаи, когда восточный язык не идет, и мы идем в этом смысле навстречу, и человек получает, по крайней мере, Почему восточный язык не идет? Это же сложно. Потому что это сложно. Это непросто. Китайский язык изучить с нуля. Не надо китайский, выучить арабский. Ну, арабский попроще. Арабский простой. У меня дядя знал три диалекта. Нормально.
Но задача наша подготовить именно такого специалиста, владеющего, да, вот такими компетенциями. Помимо этого, политика, экономика, экология, культура, определенные знания в области математики, которые способствуют, так сказать, моделированию, планированию, пониманию вот этих сложных глобальных процессов, которые определяют весь характер политических, экономических процессов в нашей жизни. И, конечно же, такому выпускнику, обладающему такими уникальными компетенциями, везде рады. Нет. Ну, конечно же. Без сомнений. Вот на этой ноте поставь нам песню, пожалуйста. Пошли глобально мыслить. Я сейчас пойду дальше смотреть, как туда поступить. Я что-то думаю, что мне надо тебе ЕГЭ сдавать. Да. В этом году. Кофе с собой, улыбка бармена, заладился день. Все хорошо, в наушниках милые звуки Шопена. Капает дождь, тепло и свежо. Плевать на брызги летящей машины. Комфортно в автобусе от тесноты. Есть счастье, а главное, есть причина. У меня появился ты. Ты, и мир изменился мой. Ты, как будто я стала другой. Ты, от счастья хочу кричать. С тобой о будущем нашем мечтать. Ты, и мир изменился мой. Ты, как будто я стала другой. Ты, все краски вокруг теплее. И в целом мир тебя не продней. Иду по улицам, улыбаюсь, как блестели твои глаза. Мурашки внутри, наслаждаюсь. Вот она, белая полоса. Чувствую в воздухе запах жасмина. Голову кружит от красоты. Есть счастье, а главное, есть причина. У меня появился ты. Ты, и мир изменился мой. Ты, как будто я стала другой. Ты, от счастья хочу кричать. С тобой о будущем нашем мечтах. Ты, и мир изменился мой. Ты, я стала другой. Ты, все краски вокруг теплей. И в целом мир тебя не родней. Ты, и мир изменился мой. Ты, как будто я стала другой. Ты, от счастья хочу кричать. С тобой о будущем нашем мечтать. Ты, и мир изменился мой. Ты, как будто я стала другой. Ты, все краски вокруг теплей. И в целом мире тебя нет родней. Ты, и мир изменился мой. Ты, как будто я стала другой. Смотрим на московские дороги. Яндекс.Пробки говорят 6 баллов в городе. Движение затруднено. Трешка по внутренней стороне от Шмидтовского проезда до Шереметьевской улицы. 1:15. МКАД по внутренней от Можайского шоссе до Строгино. 1:05. На Рязанское шоссе от Смирновской улицы до 60 лет Победы. 1:00. Велозаводская улица Сайкина. Проспект Андропова от Восточной улицы до Нагатинского моста за 33 минуты. Кутузовский от Украинского бульвара до Аминьевского шоссе за 32. И для тебя, и для меня звучит по всей стране. Не родное. Добрямба! Здравствуйте, друзья! И утро в правильном настрое. Здесь шутки жгут без передышки. И звезды бегают в припрыжку. Реально здесь подарки дарят. Будь с нами и весь день в ударе. По утрам с утра идут на ура. На русском радио. Реклама на русском радио. Ну что за невестка мне досталась? Даже морковку неправильно порезала. Если это недостаточная причина для покупки квартиры, то вот вам еще одна. Новогодняя выгода до 600 тысяч рублей на трехкомнатные квартиры на fsk.ru.
Предложение не является публичной офертой и распространяется на ЖК «Сколковский». Проектная декларация на наш дом.рф. Застройщик ООО «ФСК «Лидер». Ощутить праздник по-настоящему – это значит подарить его другим. Покупая новогодние подарки родным и близким в «Афимолл», вы можете поздравить вместе с нами подопечных фонда Хабенского. Детей, которые этого особенно ждут. Как это сделать, вы можете узнать на сайте afimol.ru. Дарите чудо вместе с «Афимолл». Срок акции с 1 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте afimol.ru. 18+. Дорогие поклонники хоккея, московский «Спартак» приглашает вас в парк легенд на Автозаводской на ближайшие домашние матчи. 18 декабря красно-белые померятся силами с финским «Йокеритом». 20 декабря с уфимским «Салаватом Юлаевым». А 22-го, в день рождения клуба, состоится четвертый в истории ретро-матч с полным погружением в лихие 90-е. Билеты на сайте tickets.spartak.ru. Категория 0+. И только в России дороги зимой ровнее, чем летом. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499. Что слушает страна? Держи, держи руку мою, держи. Что хочешь, скажи, получишь. Страна слушает. Давай сыграем в любовь. Сыграем просто без правил. Без обещаний и слов. Без умной ночи, без снов. Свои сомнения оставим. Русское радио. Необыкновенная. Радио. Все будет хорошо. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. 30. Дорогие друзья, мы сегодня, Светка Казарина прям заревновала. Прям заревновала. Ау! Чего? Ну, потому что мы сидим, и вот уже потому она что микрофон я нам думаю, включила. Включать микрофон, а вы разговариваете. Да, я говорю, ау, включается микрофон. Ну, потому что я Вячеславович, но ему неудобно было в эфире. Он говорит, только в эфире не говорите. Ну, как я могу не сказать в эфире эксклюзивную информацию? Илья Вячеславович самый молодой декан на МГУ. Стал деканом в 33 года. Вот так. Понимаете? Ну, это достижение, это да. А доктором наук 37. Ну, правда, да. Вот, мы гордимся. Скромно подсолнце. Да, нам очень приятно. Итак, мы проболтались, в общем. Вы крутой. Мы за эфиром обсуждали тему, которую, конечно же, нельзя не рассказать в эфире. Дело в том, что вот этот вот факультет глобальных процессов, он появился у нас в МГУ, в единственном вообще вузе в стране у нас, правильно? Да. Сначала у нас в МГУ 13 лет назад, а потом... Всего лишь в нескольких вузах в мире. Всего лишь в 3 университетах мира есть подобного рода организации масштаба факультета. Это в Вашингтоне, в Женеве и в Шанхае. Образовательных программ их там порядка 120. Из каждого уважающего университета сейчас в мире считает, чтобы программа такая International Studies, Global Relation, она существовала. Они есть. А масштабы факультета всего лишь помимо нас 3. Причем у нас факультет самый представительный. Более 750 студентов, порядка 120 преподавателей, 5 кафедр, 5 научно-исследовательских центров. И мы являемся лидерами такой международной организации, международного объединения, такого профсоюза, как бы Global Studies, который называется консорциум. И вот в этом году мы проводили заседание консорциума в июне месяце, и приехали к нам представители всех континентов, включая Австралию. Так. Ну, кроме Антарктиды, правда. Вот. Там и, пока конечно же, накопленный мало. Такой теоретический, да, и прикладной опыт вот, глобальных исследований нашей страны, он очень востребован. И на нас смотрят с почтением и с уважением и наши американские, китайские, европейские коллеги. Ну, нельзя не похвастаться, это правда. Надо хвастаться. Потому что, действительно, школа глобальных исследований, глобалистики, этой новой науки, она уходит своими корнями еще к учению Владимира Ивановича Вернадского, как там...
выдающегося теоретика, который еще там, в начале 21 века проповедовал в определенном смысле этого слова такой глобальный общепланетарный подход. А что у вас студенты изучают? Ну, помимо языков, какие предметы? Вот, что ложится кирпичиками в это здание великого знания? Фактически все то, что называется как бы глобальным, да, и у нас почти все глобальное, поскольку это, понимаете, новый подход, который оплодотворил в этом смысле и все классические направления науки. Они обязательно должны знать политику, экономику, экологию, международное право, основы моделирования, основы планирования. Они обязательно должны знать, что такое глобальная коммуникация. Mm-hmm. Они обязательно должны знать, что такое глобальная энергетика, что такое международный бизнес. Mm-hmm. И вот мы недавно открыли специальную программу, которая называется «Глобальная энергетика и международный бизнес» совместно с «Газпромом» и с «Росатомом». Они обязательно должны знать основы дипломатии. Они обязательно должны знать основу протокола. Ничего себе, это все какой-то киножурнал «Хочу все знать», получается. Вообще все должны знать. Ну, дело в том, что в нашем мире, да, желательно вот все знать, действительно, ну, для того, чтобы понимать, что происходит в мире. Очень важный вопрос, связанный сейчас с актуальными глобальными процессами в области цифровизации, информатизации. А как без этого? И познание как бы глубинных законов этого, почему это происходит, то, что меняет наш мир буквально на наших глазах, это же имеет глобальный характер. А потом знать причины конфликтов, которые существуют в современном мире. Политических, экономических, торговые войны, санкционный режим. Все это имеет так или иначе глобальный характер. Поэтому мы живем действительно в век глобализации. И для того, чтобы понимать, вот вы передаете новости международного плана, да? Так, читаете что-то. Но на самом деле, для того, чтобы понять, что происходит на самом деле, надо знать закон этого глобального развития. Потому что мы сейчас живем по ним, мир действительно становится все более и более глобализирующимся. Это не значит, что более единым. Процесс глобализации очень противоречив. Просто очень быстро наоборот, он обостряет многие проблемы. Да? Ну да, да, конечно же. Угу. И поэтому, наверное, наш факультет в этом плане очень востребован. Более чем престижен. Вопрос первой парты. Да-да. Выпускник сколько будет получать сразу, вот, когда выпустился? Ну, от 80 тысяч. От 80 тысяч человечек в 22 года? Конечно же. Если это хороший выпускник. Обсуди пока. Если это хороший выпускник, да. Мы остаемся с тобой, закрывая на сердце все двери. Ты становишься снова мечтой и моей самой главной потерей. Птицам летать уже поздно. Yes.
память в Инстаграме. И снова день за днем я наш вот шоу Аллы Довлатовой. Дорогие друзья, Илья Вячеславович Ильин, это декан факультета глобальных процессов нашего Московского государственного университета имени Ломоносова. Самого большого, самого главного, самого великого. Да, да, а у вас, вы находитесь там, на Воробьевых горах, да, естественно? В Воробьевых или Ленинских горах, да. Да. В новом корпусе, благодаря стараниям нашего ректора, мы буквально вот этот новый учебный год продолжаем впервые в новом прекрасном, замечательном учебном корпусе. Но... Приходите на День открытых дверей, вы будете... А когда? 13 января, День открытых дверей. О, уже скоро, да. Да. 13 января. Что ты будешь делать? Это выходной день. Я пойду. Без сомнения. Да. Без сомнения. Я уже почти решила поучиться. По Светке глаз горит. Вот она. Мы с вами говорили о вечных студентах. А кстати, в любом же возрасте можно к вам взять? Нет, в любом возрасте данные имеются. Всем любви покорно, любые возраста. Ну, правда, надо сдать дополнительное вступительное испытание. Ну, естественно. Ну, ладно, серьезно? А что? Конечно, да. Правда? Сдаешь экзамены и учишься, да. Ну, все смеются над тобой, но ты учишься, тебе же нравится, да? Хорошо. По поводу престижности вашего факультета, вы сказали, что это один из самых престижных, но это тоже за эфиром, а просто Илья Вячеславович скромно мне все это показывает знаками, что, ну, может, какие-то... Нет, все надо рассказывать. Вы сказали, что один из самых престижных. Ну, действительно, престижность определяется, например, конкурсным баллом поступления на бюджет. Последние там несколько лет у нас он самый высокий в России. В прошлом году он был более 50 человек на бюджетное место. Ну, не пугайтесь, у нас 20% бюджетных мест, остальные места контрактные. На контрактные места, конечно, конкурс значительно ниже, но он тоже есть. Человек 30? Вот. Ну, чуть-чуть поменьше. Вот. Но так или иначе, мы действительно очень гордимся нашими ребятами. Это очень талантливые ребята. И вообще, как бы, очень вот, прекрасный набор в этом году был. Много победителей олимпиад, всероссийских, международных. И очень хороший студенческий коллектив. У нас очень мощные такие студенческие традиции, студенческий дух. Ну, студенчество — это же прекрасное время. Молодость, конечно, романтики. И важно, когда на факультете создается соответствующая среда, способствующая раскрытию творческого потенциала, дружбе, любви, в конце концов. Для нас, студенты, это самое главное. Это наша любимая работа. Потому сколько что... мальчиков, сколько девочек? Ну вот в этом году мальчиков получилось фактически столько же, сколько девочек. По прошлым годам девушек было побольше. Ну, видно, это связано с какими-то демографическими тенденциями. Но сейчас вот ребят стало почти выровнялось действительно количество. Мы обычно берем на курс, это где-то 100-130 человек. Вот. И каждый для нас является очень ценным объектом, еще раз повторяю, нашей работы. Вот принцип работы деканата факультета глобальных процессов, что студенты — это самая главная, самая важная часть и самая большая, самая значительная часть нашего общего коллектива, нашей общей семьи. Поэтому дух такого совместного творчества, совместной работы, совместного действительно такого жизни и деятельности очень важен. Вы их прямо наши любите? Студенты очень любят. Говорите, и причем прям... это на самом деле взаимно. Я, наверное, один из немногих деканов, который каждый семестр встречается с каждым курсом. С каждым курсом. Да. Обязательно. Встречаюсь отдельно с иностранными учащимися. У нас их много. Каждый седьмой откуда иностранный учащийся. Они? Ну, из Китая, из Кореи, но есть представители и Европы, и Соединенных Штатов Америки. Угу. Отдельно мы встречаемся с проживающими в общежитии. Они, кстати, проживают в самом лучшем общежитии в Москве. О, есть такое общежитие. Новое общежитие, так. Да, на проспекте, на Ломоносовском проспекте. И там проживает основная часть наших студентов. И действительно, для того, чтобы добиться вот таких определенных успехов, а я похвастаюсь, что наш факультет добивается лидирующих позиций в МГУ среди 43 факультетов МГУ по выполнению эффективных показателей работы. Это все там. И количество заработанных денежек, количество иностранных учащихся, вот, там средняя заработная плата, мы занимаем первые места. Но почему так получается? Потому что надо любить свою работу. Шикарно. А основная наша работа – это наши студенты. Вот. Их надо, им давать надо знания, их надо немного воспитывать. Но самое главное – любить.
Слушайте, и тогда все получится. Это вот на этой ноте давайте мы сделаем небольшую паузу, потому что действительно очень красиво и очень правильно, очень справедливо и в точку. Спасибо. Вечера на русском радио хит-парад «Золотой граммофон». Лучшие песни недели. Золотая двадцатка успеха. «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Реклама. Реклама. Реклама на русском радио. Фильмы, сериалы. Без рекламы. Без рекламы. Онлайн-кинотеатр «Окко» готовит для вас специальный новогодний подарок. Только на этих праздниках. Не пропустите. Подробности на okko.tv. Зима – это когда, приходя домой, ставишь чайник раньше, чем включаешь компьютер. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Дорогие друзья, Илья Вячеславович сегодня здесь с нами, Ильин, это декан факультета глобальных процессов МГУ. А вот что бы вы могли посоветовать ребятам? Знаете, вот почему-то они какие-то странные. Сейчас молодежь заканчивает школу, ну, свою, 11-летку, и не определились, не знают, куда идти.
Но вот как вот человеку понять, что о, вот вы можете буквально там две минуты рассказать о том, чем он будет заниматься, если он закончит ваш факультет, чтобы он вдруг понял, что это же то, что я хотел. Это же то, что доктор прописал. У любого выпускника должно быть желание и некое призвание. Ощущение, ну вот они того, не находят еще в этом возрасте. Совершенно призвание. Верно, да. К сожалению, может быть, это проблема образования или возрастные проблемы. Хотя в эпоху информатизации, цифровизации есть достаточно инструментов для того, чтобы сориентироваться в широком мире профессий, да, в широком мире направлений будущей подготовки. Но если вы готовы к тому, чтобы в дальнейшем сделать успешную карьеру, если вы готовы к тому, чтобы получить престижную работу, престиж ее, в первую очередь, связан с тем, что вы будете разбираться в современных актуальных проблемах, решать современные актуальные задачи. Если вы готовы к тому, чтобы учиться в одном из лучших университетов мира, я имею в виду московский, и в одном из лучших его факультетов, факультете глобальных процессов, конечно же, вы должны правильно сориентироваться. Вот, и понятно, что я говорю о нашем факультете. Если вы хотите получить вообще образование, настоящее, фундаментальное, универсальное, которое позволит вам ориентироваться в дальнейшем в очень сложном, противоречивом современном мире, то, конечно, и образование должно быть как можно более широким и вместе с тем основательным. И это, опять же, я считаю, Московский университет. А наш факультет, будучи одним из самых молодых, посвященных разбору самых актуальных современных проблем, способствует тому, что вы, мне кажется, заложите успех вашей дальнейшей профессиональной карьеры и деятельности на долгие годы вперед. Наши выпускники уже многие добиваются больших серьезных успехов. У нашего факультета высокий престиж. Для нас очень важно, что даже в процессе обучения большинство ребят, которые потом на следующих этапах обучения на уровне магистратуры, не уходят от нас, а приходят к нам талантливые ребята из других вузов, из других факультетов. А, кстати, а бакалавриата достаточно для того, чтобы быть успешным? Я считаю, что нет. Для подготовки настоящего международника специализация в области глобальных исследований, конечно же, минимум должно быть 4+2. Вот, бакалавриат и магистратура. А потом, если вы хотите в дальнейшем все-таки погрузиться и в научную среду, да, то, ну, желательно пройти еще и уровень, который сейчас называется аспирантура, тоже уровень образования. Ну, по крайней мере, в Московском университете надо получать как минимум 6-летнее обучение. Для того, чтобы было залогом вашей успешной карьеры и уверенности в себе и в дальнейшем в своем жизненном пути. Ну, конечно, в знаниях, которые ты получил, приобрел, и опыт, навыки. 4-летки не хватает. Не очень достаточно. А... Но многие наши выпускники, действительно, проходя путь там 4-летки, например, уезжают в другие зарубежные вузы, в том числе очень престижные. Ну и, как говорится, счастливого пути, с одной стороны, с другой стороны, мы очень ревностно к этому относимся. Но есть и такие случаи. А песню послушаем и вернемся. Тебя сижу и жду тебя. Ты не представляешь, как мне хорошо, когда ты целуешь меня, а еще да я банальная, да такая, как все. А ты не такой, ты другой, и с тобой себе я позволила верить в любовь.
Довлатовой. Дорогие друзья, декан факультета глобальных процессов МГУ Ильин сегодня здесь с нами, и мы... Сначала вопрос. Да. Вот наше правительство сейчас, мы даже со Светкой на той неделе обсуждали со слушателями, слушатели в дикой ярости, хотя они очень у нас добрые, но тут прям все разозлились. Мы обсуждали тему, правительство собирается принять закон о запрете подарков, даже самых ерундовых, там конфеты, не знаю, шампанское, виски. Учителям и врачам. Да, как вы к этому относитесь, потому что все-таки вы же тоже декан, преподаватель, учитель, да? Да, учитель с большой буквы. Ну, странное предложение, честно могу сказать. Может быть, что-то еще изменится в этом. Но впереди... Может, не примут еще. Может, не примут, да, может, еще и не примут. Но вы против этого предложения? Ну, еще раз, мне пока трудно относиться к этому. Я пока не понимаю, о чем идет речь даже. Ну, может быть, примут такое решение, что надо будет в течение 30 секунд, например, съесть или выпить там предложенный подарок. Вот как раз Русское радио, и мы со Светкой, и вообще весь наш холдинг. И пока закон не приняли, вы можете не есть это прямо здесь. Вам подарок. А у меня есть ответный тоже подарок. Этот сундучок с конфетками, да. Ну, вот это мне надо съесть, а это вам надо выпить. С ума сойти. Впереди Новый год, самый лучший праздник в году. Так, я хотел поздравить, пользуясь случаем, всех. Лимонад. Конечно же. Буратино. С замечательным праздником. Сегодня прекрасный вечер, настоящая зимняя погода. Бог даст, эта зимняя погода осветит новогодние рождественские праздники. Я хотел всей души, в первую очередь, студентов пожелать успешной сессии. Они должны не так бурно встретить Новый год, но встретить, а дальше успешно провести этот тяжелый период в жизни ответственной. Особенное пожелание первокурсникам. Возьмите как можно более высокую планку. Вот стремитесь сдать на отлично. Да? Не получится, ну, значит, не получится. А получится, в университете можно учиться гораздо лучше, нежели в школе, потому что уровень вашей мотивации, тех, кто стремится к успешной карьере, он гораздо выше. А впереди Татьянин день, день российского студенчества, 25 января. Прекрасный праздник. Сдайте успешно сессию, достайте удовольствие и радость вашим родным и близким, вашим друзьям. Получите от этого заряд бодрости, новые знания, новые навыки. И повышенную Татьянин стипендию. День, без сомнения, без сомнения. И встретьте Татьянин день, день российского студенчества, как тот день вот нашей единой корпорации. И студентов, и преподавателей, и профессора, и доцент, и не совсем успешного студента, и студента-отличника. Но это очень важно. Корпоративный дух университета – то, что объединяет наше общество. И в жизни каждого человека, кто прошел через университетское образование, это лучшие, плодотворные, счастливые годы жизни, которые определят будущее. Поэтому, дорогие студенты, их родители, все-все-все, поздравляю с Новым годом. Желаю счастья, хорошего настроения, здоровья, без сомнения, новых знаний, новых опытов, новых знакомств, любви побольше, новых друзей. Не потеряйте ничего по этой жизни. Старайтесь сохранить все самое доброе и светлое, заложенное предыдущими годами, и обретите чего-то новое. Пускай Новый год принесет вот это новое. Новое счастье, новых людей, новые идеи, новые открытия. Это, я понимаю, глобальное поздравление. Да, это правда. Это правда. Спасибо большое. Вам, умных, талантливых, интересных, ищущих и креативных студентов. Ну и, конечно же, приходите в гости. Вы очень обаятельный мужчина. Вы нам очень понравились. Да, Илья Вячеславович, так что мы будем со Светкой рады вас видеть. И на день открытых дверей еще. А мне очень было приятно в вашей компании. Спасибо. Уважаемая Алла, Светлана, спасибо. Желаю вам творческих успехов и тоже с наступающим Новым годом и любви. Спасибо. Большой и теплый. Это правда. Спасибо взаимно. Спонсор часа ПАО «Банк ФК Открытие». Оформив новую бесплатную карту OpenCard, вы сможете получать кэшбэк за все. Подробности на open.ru. Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском радио. Смотрим на московскую погоду, наслаждаемся. Мороз минус 12. Минус 12 будет и ночью, и во вторник с утра. Потом чуть-чуть потеплеет. Днем минус 10, вечером минус 9. Но не печальтесь, снег точно таять не будет при таких температурах. Небольшой снег, кстати, пройдет ночью. Утром закончится, днем снова начнется. И вечером так и будет идти. Ветер с юго-востока 2-3 метра в секунду. Давление атмосферное остается высоким. Слышу слова и звуки, так хочу губы твои и руки.
зачем этот маршрут мне в сердце? Я знал все о любви, и мне так обидно. Просто в глазах твоих слез не видно. Наши пути ищу на ладошке. Эта любовь была понарошку. Слез не видно, наши